Уже сегодня в 19:00 по московскому времени в прямом эфире мы расскажем об истинной цели процветания. На прямую связь с вами из студии телеканала в Санкт-Петербурге выйдет ведущий спецпроекта «Прямой эфир» Сергей Зуев. Темой предстоящего эфира станет «Истинная цель преуспевания и процветания». Гостем студии станет Вадим Гакала, успешный бизнесмен, генеральный директор компании «Reference Point», председатель Совета Церкви Слова Благодати, город Севастополь. Вместе с ведущим Вадим обсудит интересный факт взаимоотношений христиан с понятием «богатство». Почему одни люди считают богатство злом, а другие ставят его целью всей жизни? И где же истина? Об этом вы узнаете уже сегодня в 19:00 по московскому времени в прямом эфире ТБН «Россия». Свои вопросы ведущим можно отправить уже сейчас. Подробности на нашем сайте и в группах ТБН в социальных сетях.